Две женщины потерпели у вынику дорожно-транспортного здарения у Могилеве. Авария отбылася на улице Крупской. Маршрутка рухалася у крайнем правом раде. С ей спочатку поравнялся, а потом обогнал грузовый автомобиль. Про то, что отбылося далее, рассказал кировца такси. Вытянулся немного вперед, начал резко уходить направо в поворот. Я с какой полосы? Со средней полосы начал уходить вправо в поворот. Я начал тормозить, избегаю, как-то пытался избежать столкновения, но у меня не получилось. Пострадало два человека. Женщина с подозрением на перелом голени. И вторая женщина тоже пострадала с подозрением на перелом носа.